Равнение на середину. Товарищ генерал-майор, личный состав главного управления по случаю создания городской пожарной охраны создан. Доложил замначальника главного управления полковник Малафеев. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Вольно! Вольно! Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня образования Архангельского гарнизона пожарной охраны, объявляется открытым. За заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах наградить медалью МЧС России 25 лет МЧС России подполковника внутренней службы Захарова Павла Владимировича. Товарищ генерал-майор, подполковник Захаров для вручения награды прибыл. Итак, у нас все. Спасибо. Приказом МЧС России от 7 июня 2016 года номер 315 за высокий профессионализм, добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и в связи с 20-летием со дня создания поисковой кинологической службы МЧС России наградить медалью МЧС России 25 лет МЧС России Кошевую Любовь Викторовну, инструктора служебного собаководства службы спасения Архангельской области имени Игоря Афанасьевича Поливанова. Поздравляю, спасибо большое. Хорошую работу проводите. Я медаль есть. Спасибо за работу, за службу. Но я вот так вот использую. Спасибо. Да? Так, это поздравление. И, конечно, поздравляю. Спасибо. Приказом Главного управления 21 июля 2016 года номер 110 НС в связи с празднованием 150-летия со дня образования пожарной охраны города Архангельска присвоить очередные специальные звания младшего начальствующего состава в порядке поощрения. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, коллеги, 150 лет это много или мало? Вот уже на нашей истории мы помним и взлеты пожарной охраны, это вот те 80-е годы, когда в каждом районе было минимум 3 подразделения, полные дежурные караулы, когда в каждом промышленном предприятии были военизированные пожарные команды, профессиональные пожарные команды. Одних профессиональных было 7 отрядов. И только в 5-м отряде в Соломбайском было 9 частей, 830 человек. Мы помним и те времена, когда по полгода, по 4 месяца пожарные не получали заработную плату. Были и другие коллизии. Но никогда жители города Архангельска, жители Архангельской области, когда им требовалась помощь, не получили отказа.
И это главное. Это главное предназначение пожарной охраны. Удалось сохранить традиции, удалось сохранить личный состав. Остальное, я думаю, что пожарная охрана была, есть и будет. С праздником! Здравствуйте, уважаемые жители города Архангельска и гости нашего города! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем празднике в честь 150-летия со дня образования Архангельского гарнизона пожарной охраны и создания в городе Архангельске первой пожарной команды! Привет всем огнеборцам! Привет вам, пожарные спасатели города Архангельска! Thank you.
смысле слова. Еще берем Олег. Крепость и монастырь Архангельский, который после него Деньги, жена, подруги. Последний город был пожар и многие другие здания. Причиной пожара больше. Подключаем спасательное устройство. Он пожарный, настоящий. Вы должны просить о помощи. Помогите, спасите. Я всем дыму дышать не могу. Он прибегает, сует спасательное устройство. И надевает. Сейчас волосам немножко будет больно. Опа. И вот вы спасены. Давайте в обнимку. А спасатель сейчас берет ее на руки. На руки, давай. Вот так дежурный караул после получения сигнала тревоги спешит вниз, где уложено боевое снаряжение. В течение 21 секунды по нормативу
пожарных огнеборцев, они должны одеть вот эту амуницию. Приближенных боевых. А мы говорим, что выполняет упражнение «Боевой расчет» первой пожарной части города Архангельска. Давайте аплодисментами поддержим их в этом центре пожарный ствол. Ничего, в работе бывает всякое. Самое главное – спасти людей и защитить их имущество. Главную строю, как можно защищаться от этих... Номера 1 и 2. Всего в боевом расчете 4 номера пожарных. И ставите первыми. Вот такое расширенное горение и тепловая конвекция. Мужественные лица. Но боевая одежда выдержана. Потому что они молодцы. Они герои. Они мужики. Это музыкальная пауза. А вы все вместе участвуйте в работе наших конкурсов и площадок. Пожарные. Жилет одеть, да, жилет, все. Все. На раз, два, три. Раз, два, три. Надеваем. Безусловно, когда произошло соединение со спасателями, много нового и в обучение пожарной охраны внесли спасатели. Много технологий других появилось. Но я думаю, что нет такой работы, которая бы была не по плечу работнику пожарной охраны. Единственное, что это должно быть все системно. То есть недостаточно просто взять и поменять вывеску на пожарной части. Для того, чтобы из пожарной части получилась спецчасть, необходимо людей обучить, оснастить, ну и, естественно, чтобы был стимул. Самое лучшее в пожарной охране – это люди. Это те ребята, которые вот уже несколько поколений вырастили. Вот я смотрю на Захарова, значит, хорошо знаю его отца. Значит, вот, наверное, на таких семьях и держится пожарная охрана. И она будет держаться, и она будет жить. Сегодня оснащение, конечно, не сравнить с тем, что было там 20-30 лет назад. Насосы совсем другие. Машины совсем другие, проходимость совсем другая. То есть эффект от тушения, новые технологии какие-то есть. Эффект от тушения, конечно, больше. Но все эти достижения ничто по сравнению с тем, что удалось сохранить традиции и удалось сохранить людей, которые, не задумываясь, идут на то, чтобы, порой даже жертвуя собой, идут на то, чтобы оказать помощь людям. Поэтому... У пожарной охраны будущее есть. Я в это верю. Раз, раз, раз. Освободить проезжую часть. Все условия, пусть и условные, но приближены к боевым. Вот такая обстановка создается в случае дорожно-транспортного происшествия. Но бойцы уверены в своих профессиональных навыках. И четко работают в ситуации этого происшествия. Пожарные бойцы специализированной пожарной части. Вот, в первую очередь, обезопасивается место ДТП. Взаимодействуют с пожарными бойцами. У каждого в этом задании есть своя задача. По избежание советского производного выгорания и срезать кабину для лучшей, для того, чтобы было достать пострадавших в салоне этого автомобиля. Работает два экипажа спасателей и пожарных. Медицинские работники за помощь пострадавшим. Проводятся работы по дислокации пострадавшего. Дальнейший травм, возник травм, уже... А, обратите внимание, если вы
месту происшествия уже в оперативную службу 01 из транспортного происшествия. Светом перерезаются основные части, на которые крепится крыша под пострадавших. И уже помимо крыши достать их спокойно специализированной пожарно-спасательной части имени героя Советского Союза Виктора Михайловича Петрова. Летающий аппарат. Это тоже помощь нашим подразделениям. Потому что в некоторых случаях есть катастрофы, трагедии и экстремальные ситуации. И по действиям уже понять, касают двери. И вот уже совсем скоро будут с этими покрывалами, чтобы не повредить открытые участки тела. Работать первое время во времени. Это сделано, чтобы оперативно сообщить центральную больницу. Вот большие пожарные спасатели сняли крышу. И уже совсем рядом они находятся в пострадавших. На них будут стягиваться. Специально это все выполняется не одним человеком, единоразово. Это все способствует тому, чтобы меньше причинить травм вот, людям, кто попал в такую ситуацию. И вот и караулы достали пострадавших, и по очереди они их переносят. Наша скорая медицинская помощь, а бригада врачей сложную лету. Пожарные спасатели работу нашим пожарным спасателям города Архангельска и нашему университету скорой медицинской помощи. Сегодня мы празднуем 150-летие со дня образования Архангельского городского гарнизона. 150 лет назад была создана пожарная охрана, с чего и началось движение добровольного пожарного общества буквально спустя 25 лет. И тогда, и сегодня традиции пожарной охраны, они сильны. Пожарные нацелены предупредить, спасти жизнь, здоровье наших граждан. И пусть это 150 лет назад начиналось буквально с небольших повозок, это были пешие обходы, сейчас это приумножилось в современную пожарно-спасательную технику, которая может вывозить огнетушащие вещества десятки тонн, которая может поднять спасательных средств и спасателей на высоту до 50 метров и много другой аварийно-спасательной техники, которая сегодня стоит на защите жизни и здоровья граждан Архангельска, Архангельской области и России в целом. Из каких подразделений состоит гарнизон Архангельска? Гарнизон пожарной охраны состоит из государственной противопожарной службы, федеральная, субъектовая, это муниципальное звенье подсистемы, это у нас ведомственная пожарная охрана. И сейчас, на что мы обращаем особое внимание, это добровольчество наше, добровольная пожарная охрана, на которую мы возлагаем большие надежды в деле предупреждения и спасения людей. Скоро приедут они, все покорители огненной стихии, тушение пожара на автотранспорте. Готовятся пенные стволы для подачи пенообразователем, и получается пенный раствор, который вы сейчас увидите вашему вниманию. Работает расчет первой пожарной части, и вместе с ними фурга 5.
делается пролив автомобиля, смывание легко воспламеняющейся жидкости бензина и проводится тушение салона автомобиля. Замечательный белый снег не нужно трогать руками, потому что пенообразователь состоит из щелочи. Скоро, скоро, совсем скоро вас ждет наше завершающее выступление. Водный салют от пожарных города Архангельска. Опасная работа, борьба с огнем, стоящим на пути. И если в этом не уверен кто-то, пускай в огонь попробует войти. Войска бьет и силы МЧС. Наш век катастрофа не грозит. Вот и салют от пожарного города Архангельска! Спасатели! Для вас, дорогие жители! Спеша. И гости нашего города! Дорогая, себя не щади! Честь юбилея пожарной охраны горные огневорцы дают вам этот водный фейерверк.